Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Сегодня мы с вами приготовим куриное филе в сметане с картофельными дольками. В первую очередь нарежем репчатый лук полукольцами. Лук обжарим на сливочном масле. Лук обжариваем только до полуготовности и выкладываем на дно формы для запекания. Куриное филе нарежем средним кубиком, небольшими кусочками. Мелко нарежьте петрушку или укроп. В куриное филе добавим петрушку и сметану или майонез. Из специй я выбрала для курицы мускатный орех и соль. Картофелю тоже будет достаточно специй, поэтому, чтобы не переборщить, только мускатный орех. Куриное филе выложим в форму поверх лука и все разровняем. Режу курицу так крупно, потому что картофель будет нарезан крупными дольками, чтобы форма нарезки соответствовала друг другу. Нарежем картофель на дольки. Разрежьте пополам и вот так крупными дольками. Дольки сбрызнем немного маслом. Я добавлю базилик и молотую паприку. Для остроты жгучий красный перец. Вы можете добавить черный. Добавляю всего щепотку. И соль. Все перемешаем. Красивые яркие дольки выкладываем поверх курицы. Запекать я буду при 200 градусах до полной готовности картофеля. В конце приготовления можно слегка посыпать сыром. Я добавлю немного сыра и продолжу готовить дальше. Через час все готово. Филе со сметаной получается очень сочное и нежное. А румяные картофельные дольки служат замечательным гарниром. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго, друзья!